День первый. Время 13:43. Поход только начался. Макс, мы с тобой так редко видимся, ты в своем телефоне сидишь. Да я вообще в этот поход не напрашивался. Не мое это. Я хочу, чтобы ты мужиком был. Папа, давай через тоннель пройдем. Ты поведешь. Хорошо. Зачем сюда поперся? Я просто хотел посмотреть на камеру. Ты серьезно? Как ты во все эти истории влипаешь? Да тебе вообще пофиг, как я живу. Чем я интересуюсь, чем занимаюсь. Ненавижу своего отца. Макс! Его телефон выключен. Видимо, сел. Сейчас посмотрю последнюю точку и скину. Твою мать! Макс, ты здесь? Отойди от дома. Я не понимаю, что это за место? Этих мест нет на карте. Я что-то... вроде смотрителя. Я слышу голос сына. Не верь тому, что ты тут слышишь. Мне кажется, что мы все в аду. И уже очень давно. Я все исправлю. Ты любил сына? Что значит любил?